Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Hustle Castle. Давайте заберем манну. Так, настроение, яблочки. Яблок очень мало у нас, но я думаю, что пару боев мы с вами сможем обеспечить вражинам. И, кстати, да, вот что я хотел сказать. Ребята, у меня все-таки сделалось. Улучшилась лаборатория. Теперь уже, да, до 40 уровня. И вот эти вот архаровцы у меня здесь уже, смотрите, 30 левел имеют. Слушайте, довольно неплохо, да? Будут иметь 40 уровень. Надо бы их сюда, конечно, поставить. А мы, в принципе, это сейчас и сделаем. Давайте, наверное, наденем шмотки им хорошие. Так, посмотрим. Это у меня алхимики 30 левела. Что мы имеем? Оу, конечно же, наденем. Так, теперь давайте глянем, что есть у них из амулетов и колец. Так, 38-й, блин, обалдеть. 32-й не подходит. 30-й, 551, неплохо, я думаю. Так, амулет. Теперь нужен ему не амулет, а ожерелье. Так, не то. Здесь что? Блин, да что такое-то? Все слишком большое. Есть что-нибудь подходящее-то для меня, а? Да. 23-й. Ну, давай наденем, хорошо. И надо еще сюда что-то воткнуть ему. Давай-ка посмотрим, вот это 31-й не подходит нам. Вот. Вот это уже будет хорошо. Так, и давайте мы его сюда и отправим. Сколько их здесь у меня? Мало. Идите, ребята, занимайтесь своими делами. Ну, а здесь нам надо выбрать кого-нибудь послабже. Так, сколько у него тут получается? Добыча 1700. Так, тут 2000. Вот, вот этот вот слабоват, Михаил. Иди-ка, Мишенька, качайся. А ты у меня, роднуля, Марфа, тоже 30 уровень имеешь. Давай-ка мы тебе оденем тоже шмотки какие-нибудь нормальные и пойдешь у меня добывать манну. Так, броню надели. Теперь надо посмотреть по кольцам и ожерельям, что у тебя тут подойдет. Так, это слишком большое для тебя, тоже не подходит. Да что ж такое-то? Вот. Колечко мы нашли подходящее. Теперь осталось только ожерелье. 483. Угу. Ну, давай наденем, хорошо. Хотя, может быть, здесь и получше найдем. Нет, лучше мы здесь не найдем. Наверное, так. 462. 462. Нет, это самый оптимальный. И теперь надо поставить в руки что-нибудь. Это много. Это тоже многовато. Черт, да что такое-то? Вот, 525. Хорошо. Так, и сколько ты у меня будешь приносить-то сейчас? Две с лишним. Так, а мы заменяем тогда еще на кого-нибудь. О, 1583. Да этому парнишке давным-давно пора вот здесь вот прописаться. Так. Вроде бы с алхимиками мы разобрались. Еще я хотел заказать себе шмотку синюю на мага. Мы сейчас это и сделаем. Пускай создается. Так, что еще надо сделать? Так, ну этих все нормально. Тут у нас все хорошо. Дровишки забрали. Давайте посмотрим, что у нас на карте. Кого можно пофармить? Марк. Маловато будет. И здесь тоже как-то не ахти. Роман. Да что ж такое-то. Мне просто неохота менять. Это будет лишняя трата яблок. Слушайте, а вот это вроде бы неплохо. Давайте мы сделаем добавим вначале, естественно. Так, теперь готовим. Черт, все. Доготовились. И делаем разведочку.
272. Конечно же, будем нападать и разбирать. На ускоренном мы с вами это все дело сделаем. Давай, давай, падай уже. Замечательно. Хоть какой-то плюсик. Так, ладно, продолжаем с вами далее. Давай сюда, настроение мне. Так, кто у нас еще? Здесь аж целых трое. Ахмед. Блин, сменить, не сменить, а? 22 тысячи яблок мы будем тратить за каждую смену. Рашат. Офиген. Рашат, офиген. Блин, а? Джон. Хрен с ним, давайте сменить. Сменили, называется. Куда ты вышел-то? Так, Марка мы смотрели. Голуби. Голуби какой-то. Оу, ну-ка давайте-ка сделаем разведочку. Но мне кажется, тут 418 тысяч мощей он имеет на своем уровне. Нет, мне не потянуть. Как бы я тут ни пыхтел, ни старался, у меня не получится. Ладно, кто-то у меня в замке ковыряется уже, а? Кто навестил меня? Мышь. Зачистила ты, однако, что-то ко мне здесь, а? Так, здесь троих мы, по-моему, смотрели. Здесь у нас Рашат и офиген. Так, Миледи и Шурымберг. Шурымберг. Так, давай сменим. О, ну-ка посмотрим этого партизана. 174, конечно же. Здорово. Блин, а так неплохо было бы, а? Проучить его маленько. И с яблоками у меня вообще засада. Так, а тут у нас Даня. Ну, давайте хотя бы Даню на дорожку закумарим. В бой. Сейчас на ускоренном его быстренько разберем. Ёлки-палки, вообще, вообще практически никаких проблем не было. Домой. Что у меня по яблокам? Я могу еще, в принципе, один бой выдержать. Но что он даст? Да абсолютно ничего. Так, здесь мы заказали. А, вот здесь, ребята, я еще хотел же заказать. Так, чего у меня не хватает вечно, а? Колец? Или амулетов? Ну, ожерелок. По-моему, ожерелья у нас вообще нету. Так что... Да елки-палки, опять это мана, а? 290, блин. Обрадовался. Так, ну кого тут можно? Мы, кстати, можем с вами попробовать, но это, по-моему, бесполезно. Этого Аргониса валить. Хотя есть большое желание его накумарить. Роман, может быть, Романа. Давайте Романа тогда уж на дорожку, раз там не получилось. С этим-то должно все прокатить. Поехали. Как говорится, понеслась. Давайте вот так вот сделаем еще. Чтоб побыстрее. Ну-ну-ну-ну. Упал. И мой упал. Но, тем не менее, все равно мы победили. Все. На этом, можно сказать, серия у нас и завершается. Придется мне, наверное, несколько серий подряд здесь объединять, чтобы что-то толковое у нас получилось. А это я так, ребята, на досуге заходил. Надо, кстати, мне в ноутбук докупать немножко оперативы. Я не знаю, почему у меня она вся забита, не знаю чем. Немножко игра, как видите, вот нет такой вот скорости. Ну да не беда. Докупим оперативочки, поставим, и у нас будет летать. Надеюсь, здесь все. Ну а на это пока все. Наверное, увидимся как можно быстрее. Завтра жалко на работу опять. Так что ждите новых серий. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч, ребят. Всем привет, дорогие мои друзья. Хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Hustle Castle. Так, что у нас сегодня есть? Ну, во-первых, у меня полностью забита казна в деньгах. Это хорошо. Но вот проблемы с деревом. До следующей постройки нам нужно с вами добыть
3 миллиона 150 тысяч дерева. В принципе, мы это сегодня можем сделать, так что давайте постараемся. Ну, а начнем, наверное, мы с вами с сундучка. Так, давайте посмотрим, что нам выпадет с него. Не айс, конечно. Сила магии плюс 7000. Ладно, мы пока ее придержим, эту броньку. Отдали маленечко камеру. Вот так вот. Давайте заберем все, что пока у нас тут подкопилось. С яблоками небольшая проблема, как всегда. Так, сталь, дерево. И, в принципе, пока все. Что у нас здесь? Награда какая-то. Давайте тоже посмотрим, что нам здесь выпадет. Костюмчик на повара. 33 уровень. Ну что ж, вполне пригодится. А здесь колечко на алхимика. 31 уровень. Тоже сойдет. И теперь нам надо сходить с вами на карту и посмотреть врагов. Раукс. Нет. Давайте... Блин, да что ж такое-то? Где дерево? Мне нужно дерево. Блин, 82 тысячи. Ну давай проверим тебя. Да, нет. Так дело не пойдет. Этого мы пропустим. Ёлки-палки, не везет так как сегодня. Ух ты, ну-ка. Хедра. 261 тысяча. Давайте попробуем его раздолбать. Так, ускоримся, конечно же. Ну-ка, понеслась у меня заморозочка. Все, ребят, здесь мы побеждаем. Отлично. Итого в общей сумме у нас получается 225 тысяч дерева. Вообще шикарно. Так, и еще, наверное, нам надо сколько? Блин, еще парочку бы завалить. И все, и можно будет строить. Олег, 42 уровень, Артур. 60 тысяч дерева, слабоват, слабоват, конечно же. Так, этого, по-моему, смотрели уже. Может быть, здесь кто-нибудь есть? Да что ж такое, 40-е и 41-е уровни идут. Ну, давай тебя разведаем, хорошо. Так, магию мы делаем. Разведочку. Ну, чем ты нас порадуешь? 390 тысяч. Силен, брат, силен. Тут ничего не скажешь. 390 тысяч, а? Слушайте, а можешь попробовать? Нет, ладно, давайте посмотрим кого-нибудь другого. Блин, мне еще этого аргониса надо как-то завалить. Попробовать. Не знаю, что у нас из этого получится. Так, 197. Я даже что, не могу поменять никого, получается? Ну-ка, здесь, если мы проверим, сколько мощей. 297. Ну, я вам скажу, ребят, я на него нападал до этого, когда был на работе с мобильного устройства. И он меня почему-то захерачил. У него здесь воин, два лучника и остальные все хилеры. Давайте-ка еще разок попробуем, посмотрим, что у нас получится из этого. Ну, он меня раздолбал, я вам говорю. Так, заморозку, например. Сейчас они будут его отхиливать. Они его вот сейчас хилят, как вы видите. И ничего мы с этим не можем сделать. Почему мы его-то не резают, елки-палки, а? Олухи. Молодцы. Что-то я его сейчас расклепал довольно быстро. И, наверное, нам этого будет достаточно. Что мы сейчас насобирали, смотрим. 3191, а надо было 3150. Да, ребята, все, мы с вами насобирали. Вот единственное, что... Что бы нам сделать? Сейф у нас, погреб. И сарай, и бассейн манны. Хм. Заманчиво, да, конечно. Мы также можем построить монетный двор. А монетный двор нам что дает? А, понятно, прокачивать казначея. Ну, я думаю, что пока не стоит, потому что в деньгах особой нужды такой нет сильной. Да. Хотя нужно будет, видите, там уже по 7,5 миллионов надо денег на следующие постройки. У меня предел в 6 лямов. Вот тебе и раз, вот тебе и два.
Давайте тогда мы с вами, наверное, сделаем... сарай. Для дерева. Да, давайте сделаем сарай. Сколько будет? 9 дней. Да что ж такое-то, а? Ну, деваться нам некуда, будем улучшать. Надо мне сюда кого-то поставить. Я, в принципе, догадываюсь, кого. Здесь у меня есть 2 хламона, которые уже прокачаны полностью. И ничем не занимаются. Просто сидят там. Вот они. Так, давайте-ка, идите сюда. Хорош там расслабляться. Все, 5 дней, 20 часов, нормально. Грубо говоря, неделю нам придется этого ждать. Так же, как и вот здесь. Ну, тут уже 3 дня осталось. Все равно немало. Что у нас по яблокам? 264 тысячи. Можно, в принципе, пойти куда? В портал. Больше пока у нас нет выбора. Здесь фармить я не вижу смысла сейчас. Денег у меня мало, ресурсов мало. А вот в портал можно прогуляться. Так, начнем здесь. Давай-ка в бой. На ускорение ставим. Вали-вали всех здесь. Что-то у меня мало магии-то с собой взято. Надо будет добрать. Давай-давай-давай, пинай. Что-то их тут слишком много как-то. Опять эти деревяшки тупорылые. И босс. Кто у нас здесь? Ага, вот это хламон. Все, упал. Даже не почувствовал никакого сопротивления. Зашибись. Сейчас забираем тогда магию. И пойдем с вами опять в портал. Насколько у нас яблок хватит, столько и пройдем. Так, один день, 4 часа у меня будет здесь делаться жерелка. Я заказал. Здесь я заказал, если не ошибаюсь, броню для лучника. Синюю. Ну, а здесь у меня куется вроде бы посох. Не помню, честно говоря, но все на синьку я поставил. Будем только надеяться, что у меня выпадет на хороший уровень, а не... Сколько там предел-то? 60-й, по-моему. Погоди, не ты. Да, в последнее время мне выпадает почему-то по наименьшему. Не по наивысшему, а по наименьшему. Хотелось бы, чтобы выпало где-нибудь около 80. Как раз на моих бойцов. Так, ладно, они у меня вроде бы восстановились. И мы с вами идем далее. А где у нас тут следующий сундук-то будет? Ага, вот, на 34-м. Ладно, придется нам вот этого пройти, хламона. Добавим магии. Так, давай, да что ты, вот так. Здесь сделаем замену, конечно же. Ну, в бой. На ускорение, потому что здесь пока все легко и просто. У меня проблемы там уже начинаются где-то к 50 уровню. Вот ненавижу я вот этих вот мышей летучих. Стреляет очень больно сильно. Отлично, здесь упали. И у нас вот этот вот орка-хламон. Ну, он, в принципе, тут упадет сейчас. Лошок. Домой. Ну что же, давайте тогда сразу, наверное, нон-стопом перейдем к сундучку. Это у нас 34-й левел. Погнали. Не будем мы сейчас с вами тут хилиться долго. Должны пройти. Порвали первую волну. Так, вторая. Отлично, просто шикарно. Ну что ты, а? Дудлик. Даже бороду не побрил. Кстати, ребят, да, у меня еще здесь, знаете, в чем проблема в моем отряде? Нету хила. Я гуляю без хилера. У меня только один ресерчик, и все. Вот из-за этого, в принципе, я и проигрываю частенько. Ну что, кто тут опять? Каспер. Так, иди погуляй, родной ты мой. Мы здесь пока пособираем все. И вскроем, конечно же, сундук и посмотрим, что из него выпадет. Ну? Что?
Да ладно, ну вот издевается просто-напросто. Я в надежде думал, что выпадет синий, потому что мне нужно еще 4 синих кристалла. Я, конечно, могу разбить шмотки, но жалко, честно говоря. Они мне еще пригодятся. И думал, что выпадет нам из сундучка, пускай там 50-й, 20-й уровень, неважно, но синий шмот. Я бы его разбил на кристаллы и уже в следующий раз заказал бы фиол. Вот это было бы хорошо. Так, здесь разорвали. Так, ну этих охламонов тоже порвем. Ха, рисанулся он, голубчик. А следующий сундук, по-моему, у нас идет, если не ошибаюсь, на 48-м или на 50-м даже уровне. То есть долго нам до него ковылять. Ну, этого дракона мы порвали. Поглощение, поглощение, поглощение. Я офигеваю, сколько у него там поглощения-то идет. Ладушки. Здесь мы, как видите, справились. И сейчас я гляну, точнее, где у нас там сундук-то будет следующий. Так. Ага, на 42-м уровне. Потом будет у нас на 50-м. Вот до 50-м. Ну, я навряд ли дойду, ребят, потому что у меня не хватит яблок. Ну, до 42-го должен добраться. Ну, давайте, давайте, отхиливайтесь здесь. Порезче. Яблочки. Очень мало яблок. Кстати, надо со всеми поздороваться. Да, в сотку не попасть. Не волнуйся, Вован, все будет нормально. Так, я надеюсь, я по-русски сейчас написал-то там. Да, отлично. Это надо же, да? 3 часа ночи, пришел с работы и начинаю тут всем привет рассылать. Ну ладно. Все равно же в чате остается. Проснутся, увидят. Так, ну что же. Отхилился там у меня браток, да. Причем полностью. Давайте продолжать с вами 36-й левел. На кону у нас. Ускоряемся. Смотрел, ребята, недавно видос. Я так и не понял, как могли уже пройти здесь 80-й левел в портале. Ну, как я понял, что это, скорее всего, или корейский, или китайский сервер. И там уже порвали 80 уровень, последний. Причем, блин, ну, долгий был бой. Я там смотрел. Где-то минут 40 он там ковырялся с ним. Ну, честно скажу, что там был не далеко не честный игрок, а донатер. Потому что вот этих... Сейчас, секунду, где у нас там магазин-то? Вот магазин. Вот это вот воскрешение у него там было, ну... По-моему, около 500. Если я, конечно, не путаюсь. А это воскрешает павшего в бою союзного воина. Вот он только и резался. Но это работает только до закрытия портала. После того, как он закроется, эти все свитки исчезают. Ну, смотрите, да, 50 штук, 49 кристаллов. Это если даже задонатить, грубо говоря, 1000 кристаллов, то думаю, что можно будет далеко пройти. Но опять же, я не знаю, какой у него откат. Если можно сразу тыкать, то это вообще элементарно можно пройти. Ну, мне лично жалко пока денег тратить. Я знаю прекрасно, что я далеко не уйду. Но на будущее буду как бы знать. Что у меня тут выхилился? Хорош дурковать, давай пошли в бой. Нам нужно... Где там? Блин, до 40... Обалдеть, сколько идти. Давайте заберем манну. Ой, манну, елки-палки, уже все. Все, это значит уже надо ложиться отдыхать. Пока еще мозги что-то соображают. Ну что, здесь мы, в принципе, пройдем без проблем. Давай, 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 вали. Отлично. Так, тут предбосик.
И теперь уже босс. Я уже забыл, кто здесь у нас. Ой, мыши эти. Ну, мы порвем их. Так, так оно и получилось. Ладно. Слушайте, а может быть за темные души купить себе синий кристалл? Но он, по-моему, дорого стоит, и у меня столько не будет. У меня всего 772. А он, по-моему, 1000 с лишним. Даже 2000, грубо говоря. Угу. Вообще, в идеале надо покупать фиолетовые осколки, чтобы можно было делать себе легенду. Легендарный шмот. Вот где сила-то. Но опять же, смотря что скрафтится. Я видел легендарные вещи, но такие дерьмовые, что даже носить не хочется. Но люди их носят только лишь ради того, что это легендарная шмотка все-таки. Неважно, какие там параметры на ней. Хоть они даже в минус будут идти, все равно будут носить. Так, и сразу же давайте продолжим. 38-й в бой. Погнали. Отлично, здесь прошли хорошо. Так, дуболомы. Ну, их тоже порвали. Ну что ты, куда ты, Шрум, побежал, а? Так, мелкие хламоны, их тоже сейчас загасим. Ну и босс, я же забыл, кто. Ага, мимик. Готов, огурец. 88, это уже почти... почти 900 кристаллов у нас. Ой, как же это долго и мучительно ждать, когда вы отхилите здесь. Просто нет слов. Даже пособирать нечего. На утро у меня уже будет шмоточка вот эта готова. Надо будет посмотреть, что там скрафтится. Так, манна. Ну, видите, как обычно, у нас с манной то густо, то пусто. Сейчас ее просто уже дополна. Можно было бы, конечно, здесь что-то поставить себе. Но для этого нужно накопить. Нет, не можем ничего поставить и копить здесь очень долго. На карте нет у нас нормальных игроков. Ну, я имею в виду, у которых много ресурсов, чтобы был смысл их фармить. Так что надо будет ждать уже утра обновления. Ну, когда обновится карта. И там уже нападать. Ну что, ребятушки, так, а этим сколько еще? 8 часов, ну, грубо говоря, 9 часов, и они у меня получают всего лишь только 73 уровень. Ё-моё, я представляю, сколько они будут у меня до 85-го качаться. Ужас. Так, и у нас... поехали. Там, в принципе, уже недалеко и до этого, до сундучка. Лишь бы яблочек хватило. Так, эти упали охламоны. Тут тоже прекрасно все. Еще три волны у нас. Воу-воу-воу-воу-воу. Раздухарился-то, а? Гунька. Так, каменный голем, это все ерунда. Блин, все-таки одного кого-то у меня завалили. Вот опасный лохмандей. Но он даже что-то очухаться не успел, как мы его завалили. Все, за 1000 кристаллов мы перевалили. То есть темных душ. Надо еще столько же, чтобы... хотя бы один синий кристаллик получить. Так, а вам-то сколько здесь? Ну, через час вы у меня будете 22 уровень всего лишь. Ничтожно мало. Очень, конечно, согласитесь, ребята, сейчас идет долго прокачка, все вот это вот. До чего долго, что прям я не знаю. Поэтому вот я и говорю, что каждый день серии не пол... я бы и рад бы ее каждый день играть и снимать. Но о чем? О том, что я бью орков, и это, так этого хватает и в прошлых сериях. Надо что-то существенное, там, например, построечку какую-нибудь или какие-нибудь великолепные шмотки скрафтились, одеваем, тестируем их. Что-то в этом роде. Портал, который я давно хотел, но, правда, я хотел задонатить с кристаллами. Но сейчас с деньгами немножко проблема, поэтому... идем сейчас просто лишь бы слить яблоки. Ну и получить сундук. Так, порвали. Этот маг у меня сейчас упадет, а? Плохо. Ать, упал. А если не ошибаюсь, это у меня, ребята, упал. Да-да-да, это ресальщик. Черт подери. Я не должен здесь проиграть.
Вот треслечика уронили, и все. Дальше моя армия, грубо говоря, уязвима. Да хорош тут уже. Падай, говнюк. Сейчас они у меня будут долго очень отхиливаться. Что тут? Новое достижение. Элементально. Это что такое? Убить 750 элементалей в миссиях. И еще 15 кристаллов. Получил, кстати, да? 436 кристаллов я заработал, не вложив ни рубля. То есть просто собирая. И ушло на это, по-моему, если не ошибаюсь, 2 недели где-то. А если бы у меня здесь бегал гоблин и собирал бы настроение, улыбочки, поверьте, было бы в 2 раза больше. Так, давайте здесь заберем. Что, уже отхилились? Умнички. Так, у меня 102 тысячи яблок. Ой, ребята, боюсь, наверное... А, нет, должно хватить. Так, нам нужно что? Магия, по идее, да? Давайте-ка добавим. Ну, давай ты уже, а. И здесь сделаем на заготовочку. Все, поехали. Ускоряемся. Да хорош ты, блин. Вот ресличка, нельзя, чтобы он упал, ребят. И он падает, а. Почему они все время в него бомбят? Может быть, мне 85 уровень сделать рез? Ну, тоже как-то не вариант. Даже не знаю. Так, этих валить надо. Типа босса, что ли, был? Ну да. Соточку зарабатываем мы уже темных душ. Все равно этого мало. Почему ты такой слабый? Ну, правильно у него, ребят, смотрите. Ну, что это? Ну, посох зеленый. Ну, для него, конечно, есть вот тут посох вот такой вот. Но он до него не дорос. Ему еще пыхтеть и пыхтеть. Но ему-то ладно. Даже если мы вот здесь вот до 76 прокачаем, сколько времени уйдет? Вот и приходится бегать таким лохмандеем. Так, ладушки. Здесь мы забираем все. Ну что, вы отхилились там у меня? Да. И это у нас, наверное, ребята, будет последний бой. Так, 23. Да, скорее всего, это будет последний бой, потому что яблоки закончатся у меня. Забираем. Да ладно тебе, блин, да что ж такое-то, а? И делаем новую. Все. Шикандос. В бой, конечно же, что тут думать. Ага. Вояки. С вояками у меня дела обстоят намного проще, чем вот с этими дальнострелами. Так, здесь мы тоже их порвем. Вообще какой-то легкий уровень. Ух, вообще. Просто идем как нож по маслу. Голубчики, куда вы там побежали? Ложиться спать. Все, ребят, сундук наш. Ну дайте мне синюю шмотку, а. Сундучок, прошу тебя. Сделай милость. Хрен тебе, говорится. Все, зелень одна падает. Нафиг. Да, последняя была надежда у меня. И она меня, как говорится, кинула. Просто-напросто кинула. Ладно. Что у нас тут? 43-й. Нет, до 50 уровня мне не хватит яблок. Ну, давайте 43-й пройдем. Уж до конца добьем яблоки. Бояться нечего нападений этих, потому что ресурсов у меня нету, пускай грабят. Уносят эти копейки, крохи. У нас все равно времени с вами, считай, минимум 3 дня. За 3 дня, я думаю, на следующий крафт я себе, не крафт, а постройку, я думаю, сделаю. И это будет у нас, видите, или бассейн, или погреб, или сейф, или монетный двор. Хотя тут можно будет и кухню. А вот уже дальше идут посерьезнее цены.
Хотя почему посерьезнее? Нет, все нормально. 1 600 000 дерева, 1 500 000 стали. Так это у нас и до этого так было. Вот, вот здесь вот хреновенько. Ох, надо будет еще делать склад железа. А он у нас делается, по-моему, да? Угу. Нет, это не то. Склад железа, ты где? Вот. Сколько он будет в себя вмещать? Чё-то я ни хрена не понял. А, 1 750 000? Чё-то как-то жидко. Ладно, все, когда это сделается, мы посмотрим. Но в любом случае нужно будет очень много стали и очень много дерева, чтобы уже следующие постройки делать. Так, и у нас тут с вами 43-й левел. Мощей всего 200 000. Пи! Должны пробиться. Поехали. Порвали, ага, даже не поморщились. Этих сейчас тоже заколбасим. Так, вот этих вот давайте вот так сделаем, потому что они стреляются. Стреляющихся я не люблю. И босс. Кто у нас тут? А-а-а. Тупоголовый-то этот. Ну давайте, бомбите вы его. Чё? Я чуть не понял, что такое было сейчас? Что-то долго они у меня оглушенные были. Но все равно мы его порвали. Так, яблок 42 тысячи, а на следующий бой нужно сколько? 24. Ого, вот так вот. Ну, наверное, может быть, мы еще с вами даже два боя сделаем. Давайте здесь заберем все. Да, два боя точно должны сделать. Так что будем дерзать. Юй, охламонище. Ну-ка, давай-давай, дохиливайся. Так, и нужно нам с вами забрать магию. Вот так. И новенькую заказать. Все, шикандос. Пора, наверное, наведаться сюда, к этому шруму. Поехали. Да ладно, черт, сейчас у меня этого рислечка гасанут. Этого нельзя позволить. Блин, они все-таки его уложили, а? Как они успели? Это все стрелки вот эти вот, которые на дистанцию стреляют. Все из-за них, блин. В ближнем бою я практически здесь непобедим, а вот магия... Это да. Ну, сколько у меня? 21 тысяча яблок. Я думаю, что... Да, ребята. Это, наверное, был последний бой. Не хватает. Ну что ж, тогда на этом я буду завершать эту серию, ребята. Так, кто-то у меня, смотрите-ка. Забрать. Намад прислал. Спасибо тебе, Намадыч. Да, и я, кстати, тоже могу сейчас отправить. Это что, уже утро, что ли, наступило у нас? Раз обновление все прошло. Смотрите-ка, Тазгену с первой попытки отправил. Ё-моё. И мы получили с вами сундук. А там же яблочки. Поэтому мы можем даже сейчас немножечко продолжить нашу эпопею. Давайте-ка мы вот это все сейчас сделаем. Поотправляем. Так, Намадыч, держи. Так, Славян. Дальше у нас тут Сергей Иванович и Краш. Так, ну а теперь мы по своим пройдемся, ребятам. Так, фейк-такси лови. Кто у нас тут дальше идет? Ильдар. Иммортал. Фофан. Он же Тулуп. Так, забрать. Я опять, по-моему, да, лопухнулся? Ладно.
Ничего страшного. Кто там меня навестил опять? Каспер. Второй раз уже, кстати. Ну что ж, давайте вскроем, сколько мы получим с вами яблок здесь. 45 тысяч, а с этого 45 тысяч. Фиксированная, что ли, какая-то фигня. Так, ну и здесь еще 4,5 тысячи. Ну что, 100, почти 20 тысяч у нас яблок. Поехали продолжать тогда. 45 левел, в бой. Так, добавляем магию. С магией засада полнейшая идет. Ну да не беда, должно хватить. Поехали. Там мощей-то всего 210 тысяч. Это ни о чем. Так, ускоряемся. Тут у нас ближники, да, по-моему? Ну, с ними проблем никаких нет. Так, дальше кто у нас тут? Арбалетчики. Херня, это все. Смотрите-ка, он даже еще кастует сам себя. Что-то новенькое, раньше я такого не помню. Было или нет. Так, это у нас типа босс. Все, готов. Только бутылочки заклацали. Ух. 95 тысяч у нас. Но все равно я, наверное, не успею забрать этот сундук на 50-м левле. Не хватит. Так. Ну давай ты быстрее отхиливайся, а? Как это, Мирославчик? Ну-ка, мы сейчас пока с вами глянем. 46-й, да? 46-й. Блин, до 50-го. Как до Китая раком, а? Да, хочу отправиться. Так, погнали. Первая волна отлично прошла. Ну, здесь вроде бы тоже неплохо. Черт подери, опять ресличек упал. Что он какой-то, я не знаю. Вата-ваты, действительно. И босяра у нас. О, вот этих надо сразу поставать, потому что они как-то нахрапом берут. Я с ними уже дрался, поэтому знаю. Ну, тут теперь придется долговато подхилиться. Так, добыча ресурсов в час. 57 тысяч. Защищено что-то 71 502. 30%. Так, ладно, это все не то. Так, ладно, сделаем паузу небольшую. А, нет, мы здесь паузу не сделаем, потому что запись идет через другую хрень. Тут нет такого. Ладно, придется сидеть и ждать тогда. Ну, блин, как долго. Не вытерплю, пойду. 47-й левел. В бой. Да-да-да. Ну, магию, да, добавим. Кстати, с магией у меня тоже проблема. Причем довольно серьезная. Она сейчас у меня просто-напросто кончится. Погнали. Так, ускоряемся. О, здесь стрелки, вот это плохо. Это очень плохо. Так, вторая волна. Третья у нас идет. Отлично. Предпоследняя. Нате, гады. И босс, да? Кто у нас там? Ага, Аргоний. Ну, здесь-то он лошара. Понятное дело. Это вот в основной сюжетке он, да, дает нам просраться, а здесь-то фигли. Щенок. Блин, эти вот маги почему-то у меня быстро отхиливаются, а вояка всего лишь 84 тысячи мощей. Ну, дрищ. По-другому не назвать.
Что это за посох у меня такой? Наносит врагу на 79 уровень. Да иди ты в баню, у меня таких посохов пруд пруди. А это на 81, а здесь на 76. 1426. Нафиг. Так, а здесь у нас... Да, тоже разбираем. Так, сила магии на 77 уровень. Вот я не понимаю, да, сила магии плюс 655. Ну, броню-то нахрена ему увеличивать, а? Магу броню, блин. Ну, я понимаю, магическая броня, ну не... Вот эту сферу, по идее, надо бы тоже уже разбирать. Фиолетовый кристалл, ну что от него, от одного толка не будет никакого, поэтому... А вот это, наверное, стоит... Подожди-ка, стоит или нет? Стоит, стоит. Толку тоже никакого нету. Ну что, у нас хватит яблок на еще один бой? Хватает. Тогда давайте разруливать. Так, хорошо пошло. Ага, стрелки, блин. Лежат, здесь тоже стрелки. Предпоследний чувырлы. Вот, нифига, они что-то как-то больно быстро положили. Опять этот Фрогус здесь. Все, Фрогус отдыхает. Ну а теперь уже, по-моему, все, ребят, действительно край. Сейчас мы посмотрим. 48 левел, да, буквально 2 уровня еще пройти. Блин, 26 тысяч. А у меня 22. Ну-ка. Чуть-чуть не хватает, а? Ой, блин, жаль, жаль, конечно. Ну что ж, ребят, тогда на этом действительно я уже буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Так что не пропадайте, следите, и все будет нормуль. Всем пока и до скорого. Ах так! Вот и как! Ах, вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...